Айгуль Ахметшина из Киргизмейков стала самой молодой кармен в мире. Она выступает на одной из знаменитых оперных сцен в Королевском театре Covent Garden в Лондоне. В этом году девушка задействована в опере Верди «Сила судьбы». Исполняет партию Претиазила. Среди солистов Анна Нетребко, Ферруччо Фурланетта, Йонас Кауфман, Людмила Монастырская и Юсиф Эйвазов. Айгуль родом из Киргизмейков. В ее семье все поют, но профессионалов нет. Выступать на сцене Айгуль начала в 6 лет, после окончила колледж в Уфе. Спустя 5 лет поехала поступать в Москву. На прослушивании ее заметил кастинг-директор молодежной программы поддержки молодых артистов. Он сразу пригласил Айгуль на 3-й тур. Сейчас девушка выступает по всему миру, и ее график расписан на год вперед. Правда, никто из родных пока не был ни на одном из ее концертов.